работа сложная. И, наверное, в данном случае позитивным является сам факт продолжения этой работы. Давать прогнозы пока не хотим, дождемся, когда будут ощутимые результаты, о которых можно будет проинформировать общественность двух стран. Что касается президента, то, естественно, все меры, связанные с безопасностью президента, меры предосторожности, они продолжаются до тех пор в том объеме, в котором считают целесообразным специалисты в соответствующих областях. А в остальном, что касается сотрудников администрации, то в целом мы всегда повторяем, что мы и так работали в полном объеме. Это не так. Первый канал – это марка, ну, собственно, как и наши ведущие телеканалы. Это марка качественной, своевременной, очень оперативной и объективной информации. Значит, что касается этой девушки, это хулиганство. Послушайте, есть определенные ведомства, определенные органы, которые этим занимаются. Тем более, все-таки прямой эфир любого телеканала – это особое измерение, где особая ответственность, более для тех, кто там работает, поэтому здесь слово для каждого вряд ли уместно.